Так, друзья, фух. Фух, так. Так надо валить. Надо валить отсюда. Так. Фух. Тёр-тёр, там уже поджигают. А, черт, ай. Черт, моя нога. Ай. Ай. Так, ай. Черт, друзья, я поранился, наверное. Черт, тут все какой-то коп на меня летит. Так. Давайте, друзья, спустимся. Так, а вон пещера. Это что? Ай! Ой-ой-ой, черт за фигня! Так, а, фух, фух, так, так, надо взять это, что еще такое. Так, давайте возьмем, друзья, вот здесь спрятимся и пойдем дальше. Так, друзья, а, все, фух. Всем привет, друзья! И с вами я снова Рэд. Я вот, смотрите, еще в аде нахожусь, да? Я еще отсюда не нашел способа уйти. Я еле-еле как из той крепости сбежал. Фух, друзья, это просто жесть. Я вот, друзья, вот включил камеру. И вот я направляюсь вон ту сторону. Я, короче, оттуда сбежал. Мне, ну, как вам сказать, я обратно не могу возвращаться, потому что там их стало... Ой-ой-ой, это кто? Это кто? Фух, не подходи, не подходи. Фух. Я, короче, обратно не могу возвращаться из-за того, что там становится их все больше и больше. Да, друзья, это просто жесть. Ну ладно, стоп. Что, друзья? Смотрите, это жители. Офигеть. Так, давайте... Ай... Черт, моя нога. Ладно, так. Тут, кажется, поблизости никого. Так, друзья. Ой-ой-ой-ой. Фух, я этих пугаюсь все. Это кто еще? Офигеть. Что за зомби-то? Фух. Так, о, житель. Так, житель, житель, стой, стой. Стоять, я сказал. Житель, ты как... Чёрт, ну куда ты убегаешь? Эх, ладно, друзья. Пошли, что ли, туда? О, наконец, житель остановился. Житель, а ты как сюда попал-то? А, ну, мы просто охраняем врата. Какие еще врата? Ты о чем? Врата ада и земли. Что? Что еще за врата? Ну, ты мне поподробнее объясни. Где они находятся? Короче, тут рядом у нас деревня неподалеку. Вот ты найдешь деревню, там тебе все объяснят. Ладно? Ну ладно, житель. Офигеть. У них что, тут деревня есть? Пошлите, друзья, посмотрим. Так. Ся. О, еще один житель. Вот еще. Стоп, смотрите, я вижу. Я вижу ихнюю деревню. Офигеть, их тут столько много. Ай-яй-яй-яй. Черт, тут и, короче, столько много жителей. Офигеть, друзья. Да, друзья, ну давайте, что ли, это как проверим каждый дом. Ну, вон, через окна. Стоп, у них что, и даже окон нету? Офигеть. Как они вообще тут живут? Офигеть. А это что еще такое? Ну-ка, друзья, давайте зайдем. Надеюсь, жители не расстроятся. Это что еще такое? Вот, друзья, вообще не понимаю, что это такое, что за светящиеся искры. Вот они бывают тогда, когда портал какой-то. Это что, портал? Ну-ка. Хм, портал, это не портал, оказывается. Да, друзья, ну ладно, давайте, что ли, пойдем в другие дома. Так, давайте там посмотрим, что вся. Там тоже. Я, знаете, друзья, заметил, что тут, смотрите, вот 4 дома маленьких, и тут вот такой здоровенный большой дом. Давайте, что ли, туда зайдем. Так, друзья. Так. Вау, смотрите. Это, наверное, здесь мэр живет, что ли? Или босс их, никак их, или дьявол. Да, смотрите, у них тут экипировка есть. Здесь... Я сам не знаю. А, это фигня, короче. Да, вот она здесь. Да, здесь верстаки и сундук. Ну-ка, что в сундуке? Офигеть, друзья, смотрите. Незеритовые мети. Они, знаете, сколько стоят? Они на земле стоят где-то, ну, примерно
Один стак изумрудов. Да, друзья, офигеть. Да, ну это просто вообще. А у них тут столько, наверное, полно этих мечей. Да, с этими надо подружиться с жителями, чтобы они мне бесплатно всю экипировку дали. Так, а там что? Так, давайте сядем тихонько. Офигеть, смотрите, друзья. Это кто вообще такие какие-то? Это похоже на те зомбаков розовых, только они какие-то другие. Офигеть. Что? Смотрите, друзья. Это что, портал? Вон там. Так, давайте я сейчас с другого ракурса посмотрю. Так. Главное, друзья, не упасть. Вон, видите? И правда, это, кажется, портал, только он сломанный. Офигеть, друзья. Да, давайте у какого-нибудь жителя спросим. Ну, что, как они здесь попали, и портал там, как он в порядке, работает. Так, вот тут житель. Ну, ты куда, житель? Так, давайте его догоним. Так, житель, скажи, а вон тот портал работает, да? Да, он работает, только его захватили хоглины. Что? А что еще за хоглины, ты знаешь? Но эти злые монстры атакуют нашу деревню каждый раз. И вот они схватили наш портал. А, понятно. И что теперь? Ну, короче, мы отправили нашего мэра за ресурсами. И теперь он добывает ресурсы, чтобы нам помочь. Ага, понятно. Ну ладно, друзья, что ли, давайте пойдем посмотрим, сколько этих хоглинов, как они зовут. Так. Так, подкрадываемся. Офигеть, друзья, ну это просто жесть. Столько много хоглинов. Да, друзья, стоп. Смотрите, друзья, там сундук. Офигеть. Да, надо все-таки как-то одолеть. И, наверное, мой последний путь, чтобы я попал домой. Туда я, друзья, точно не вернусь, потому что там очень теперь опасно. А здесь, смотрите, нам их одолеть и все. А, кажись, вот в этом доме у мэра есть броня, чтобы нас защитит. Офигеть, друзья. Да. Теперь знаю, как попасть обратно. Но надо только узнать, а кто это мэр ихний? Всем пока, друзья. Не забывайте подписываться на меня, ну и, конечно же, ставить лайки. Ну, а я, наверное, пойду узнавать, кто здесь у них мэр. А с вами был я, Ретти. Всем удачи и всем пока.